Интернет – мировая сеть, которая всего за 25 лет охватила аудиторию более чем в 3 миллиарда 200 миллионов пользователей, и около 70 миллионов из них – пользователи Рунета. Более 55 миллионов человек ежедневно выходят в сеть и в среднем проводят там около 120 минут в день. МСК iX – одна из крупнейших в мире точек обмена трафиком. Основанная в далеком 1995 году, компания в настоящее время обслуживает более 500 клиентов. Это крупнейшие мировые телеком-операторы, контент-провайдеры, дата-центры и поставщики интернет-услуг. Первую большую модернизацию узла MSK X мы произвели в 1998 году. Мы подготовили проект, который консультировал Олег Тобаровский из АМТ Групп, и реализовали его в этом же году. В результате получили весьма красивый и вполне себе профессиональный узел связи. Можно сказать, что в том году Московский интернет-эксчейндж начал функционировать как реально сложная технологическая система, как внешняя, так и внутренняя. На базе MSK iX работает система DNS, которая поддерживает национальные домены .ru, .rf, .su, а также домены верхнего уровня «Дети» и «Татар». Серверы расположены в 18 крупнейших городах мира и обеспечивают надежный доступ из любой точки планеты. Несколько лет назад, когда мы строили инфраструктуру, у нас приходило много каналов из других городов, а это были каналы тональной частоты. Они приходили на узлы связи, и часто приходилось в случае той или иной аварии звонить и выяснять, что там происходит. И наша дежурная служба в один из таких дней позвонила на узел связи, а в этот момент там работал оператор по фамилии Курочкина. В этот момент у нас один из каналов как раз не работал, и надо было проверить несущую этого сигнала. Ну и оператор совершенно грамотно записал в журнале несущие в обе стороны. Подпись Курочкина. Сеть MSK iX включает два ядра и каналы с дополнительным резервированием, что позволяет обрабатывать гигантские нагрузки до 1,5 терабит в секунду. Это 30 полнометражных фильмов в HD-качестве. Как-то я была на соревнованиях по водным видам спорта. И на этих соревнованиях встретила женщину, заслуженного тренера России, чемпионку СССР, чемпионку Москвы. Через ее руки прошли очень много наших известных спортсменов и иксменов. Чемпионат призеров и чемпионов мира, Европы и России. На этих соревнованиях она всех знала, и все ее знали. В какой-то момент мимо нее прошли двое приезжих участников, которые явно были не в курсе, кто она такая, и не поздоровались с ней. Она им вслед сказала: кто меня не знает, тот не спортсмен и иксмен. Для меня это хорошая аллегория с нашим рынком. Кто не знает, что такое MSK iX, не является профессионалом российского интернет-рынка. 20 лет – это только начало.